Всем привет! С вами Ира и канал «Готовим с любовью». Сегодня готовим, ну, очень ленивый ужин в духовке. За 30 минут макароны с курицей. Это очень вкусно. Для ленивого ужина мне нужны будут следующие продукты. Одно куриное филе, 200 граммов макаронов, сливки 200 миллилитров жирностью 10%, 200 миллилитров воды, 100 граммов сыра, соль, перец, специи добавляем по вкусу. Это самый ленивый ужин, который я готовила. Берем куриное филе. Вы знаете, макароны по этому рецепту получаются очень нежные. Плюс, если добавить салатик со свежих овощей, получается вполне приличный ужин и очень вкусный. Едят и дети, и взрослые. Курицу нарезаем кубиком. Можно взять не только куриное филе, можно взять и окорочка, и бедра, и голени. Берем миску, смешиваем сливки. Я беру нежирные, воду. Теперь обязательно добавляем соль по вкусу, черный молотый перец. И мне еще очень нравится приправа итальянские травы. Вот очень, не знаю, я ее часто когда добавляю, особенно когда готовлю соус для пиццы, аромат прекраснейший. Добавляем чайную ложечку, перемешали все. Куриному филе я добавляю чайную ложку приправы, здесь уже есть и соль, и перец. Чуточку добавлю еще. Здесь у меня и зерна горчицы, и майоран. Ну, в общем, мне нравится эта приправа. Здесь и сушеные базилики, и чеснок. Ну, все, что нужно. Перемешали. Теперь беру форму для запекания. У меня керамическая форма. Размер формы 21 на 16 сантиметров. Замеры делала по дну. Вы знаете, мне очень нравятся такие формы. Присматриваюсь еще одну купить. Перекладываем сюда макарончики, заливаем сливками с водой смешанными. Вот как идеально получилось. Есть. Дальше берем сыр моцарелла, у меня 100 граммов сыра, натираем на крупной терке. Я сначала именно кладу сыр, а потом выкладываю сверху куриное филе. Нам так больше нравится. Вы уже смотрите, как хотите. Делайте, как вам больше нравится. По желанию можно добавить еще сюда слайсы помидора. Но, к сожалению, почему-то запеченные помидоры у меня не очень любят в запеканках. Именно дети. Мы любим. Теперь выкладываем куриное филе сверху. Форму для запекания накрываем фольгой и ставим в разогретую духовку на 190 градусов на средний уровень. Режим запекания вверх-вниз. Полчаса и ужин готов. Открываем фольгу. Посыпаем зеленью укропа и подаем к столу. Всем приятного аппетита! Готовьте вместе со мной и радуйте свою семью домашней едой. Теперь не стесняемся, берем и накладываем каждому порцию. Макароны получаются в соусе. Обязательно берите со сливками. Безумно вкусно получается, а главное просто. Добавляем немного овощей и ужин готов. Главный дегустатор в студии. Попробуй, что я сварганила за 30 минут. Попробую. Очень аппетитно блюдо выглядит. Ароматно. Специи есть, да? Да, итальянские травы, еще одни специи там. Курица. Ты, мне нравится. Ты главное скажи, приготовились макароны? Конечно, приготовились. Все замечательно приготовилось, все вкусно.
Ароматно, оригинально. Готовьте. А главное, быстро. И получается, как будто макароны с курицей в соусе. Очень вкусно. Мы вам рекомендуем приготовить, порадовать свою семью. С вами была Ира и канал «Готовим с любовью». До новых встреч! Пока-пока!